Традиция отмечать отечественные научные успехи уже 18 лет. А выбранная дата не случайна. 8 февраля в 1724 году указом Сената по велению Петра была учреждена Российская академия наук. Сегодня в Сочи 8 научно-исследовательских институтов и 8 высших учебных заведений. Светлые головы города Сочи трудятся в НИИ медицинской приматологии, во Всероссийском научно-исследовательском институте цветоводства и субтропических культур, занимаются наукой и в Русском географическом обществе, и в городском совете изобретателей и рационализаторов. Праздничные награды герои дня заслужили за значительный вклад в развитие науки, а также за реализацию межотраслевых социально значимых проектов. К примеру, Александра Полякова, доктор педагогических наук, занимающаяся исследованием в области языковых направлений, такой проект реализовала в период подготовки к Олимпиаде. Конечно же, олимпийское, постолимпийское наследие, потому что мы являлись авторами-разработчиками концепции языковой подготовки к Олимпиаде 2014 года в городе Сочи. Такие значимые проекты, как «Слово дня», в том числе обучение населения города Сочи английскому языку. Те граждане, которые участвовали нашего города в подготовке к Олимпиаде, конечно же, они прошли через наши подготовки. В нынешнем году научных деятелей Сочи наградили почетными званиями «Признание и почет сочинцев» за трудовые успехи на благо города Сочи, вручили благодарственные письма главы города и городского собрания. Удостоилась награды в День российской науки и Вероника Ющенко, студентка третьего курса РУДН, автор научно-технической разработки, автоматизированный комплекс переработки бытового мусора и его дальнейшее использование в социальной сфере. Это научная разработка в сфере утилизации мусора. Она имеет два направления. Это переработка вторсырья и направление сжигания, то есть утилизация мусора путем получения тепла и его различное уже потом использование, водонагрев и электроэнергия. В этом и есть его плюс, и экологическая как бы составляющая тоже в этом есть, то есть как бы не наносит вреда экологии и нашему любимому городу. Я планирую реализовать, то есть наладить контакт с администрацией и уже реализовывать. Много сегодня говорили о развитии сочинской научной школы, о приобщении к развитию научного потенциала молодых студентов и аспирантов, которые готовы подхватить эстафету у старших товарищей. Есть на этот счет в городе и планы. Вот я буквально вчера вела переговоры с ректором Сочинского госуниверситета на предмет развития науки в нашем направлении музееведения города Сочи. Насколько это важно, мы достигли полного консенсуса, у нас есть новые, молодые ребята совершенно, которые сейчас будут писать научные работы на предмет как раз развития истории нашего города на базе Сочинского госуниверситета. Дорогие мои друзья, коллеги, я еще раз вас поздравляю от Анатолия Николаевича Пахомова, от всей нашей администрации. Благодарю за такую важную для города работу и желаю благополучия вам, руководителям, всем вашим командам. Еще одним поводом для встречи стал вопрос объективной потребности всего научного сообщества Сочи в создании площадки для выполнения наукой социального заказа города. Ольга Десятова, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.